Вот, значит, приборная панель. Приборная панель. Это вот открываем. Генерал, конфигурация. Вот скрин 2 сразу. Вот это дневная подсветка приборов. То есть вот она выключена. А вот можно еще непристегнутый ремень отключить. Можно, да. Отключим. Да. Чтобы не визжал, да? Да, да. У-у-у. Вот. Отключаем непристегнутый ремень. И включаем подсветку приборов. Вот кнопочку надо нажать. Вот это вот прописываем. Вот это вот прописываем. Делаем сброс панели. Вот, стрелочки задергались. Подсветка появилась. Вот. Щелка отключилась. Так, далее идем по списку. Генерал, конфигурация он. Вот тут всякие эти самые часы. Часы. Часы включены. Этот. Бортовой компьютер. А, он есть у себя уже? Да, какой-то что-то есть. А, ну да, он уже включен. Температура за бортом тоже есть. То есть это нам не надо. Это у нас все есть. Так. Вот это лампочка давления масла 2000 оборотов стоит. Нам надо изменить ее. Вот, чтобы не с 2000 оборотов она. А с 500. А, забыл этот. Режим включить. Прописываем все. Прописалось 500. То есть это вот в панели, а это то, что я хочу. Прописалось. Лампочка. Дальше. Что у нас? Дальше вежливые поворотники там хотели мы еще. Да, вот он. Вот этот модуль выбираем.
Вот, значит, куча тут всяких вылезла. ВЦМ. Вот Flashers, это вот как раз поворотники конфигурации. Вот T-пульсы, функции T-пульс. Тут нам надо прописать трое. Нажимаем. А, опять не включил режим эксперта. Вот трое. Все прописалось трое. Сейчас они будут. Так, 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 так. А что мы еще хотели включить? Ты не помнишь? Не знаю. А, ну. Дворник задний еще можно выключить. При включении задней передачи. Он не включается. А, не включается? Нет. Уже довели до ума. Ну-ка, задний дворник. Да, точно. Выключен уже. Угу. А то на старых дастерах. Ну, не на старых, а заднюю передачу включаешь, и дворник включается. А то, что он примерз, это никого не волнует. Такая вот была тема. Угу. Так, ну, тогда, наверное, все. Вежливо поворотники включили, подсветку приборов активировали. Бортовой компьютер работал, температуру за бортом показывает, масло тоже сделали. Отключаем прогу. Так, еще проверяем вежливые поворотники. Что надо сделать? Ну, сейчас-то не будет, наверное. Ну, коснись вот поворотников. Нет, надо завести машину. Выключи, да, включи и заведи. Вот, надо именно сейчас не включить поворотник, а просто коснуться, ну. Так? Да, вот так вот. О! Вот он, видишь, три раза все отмаргивает, все работает. То есть сейчас подсветка приборов горит. Горит, да. Лампочка давления масла уж. Ну, это проверять понятно, не будем, но она работает, ну, это 100%. Да.